Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины. Эксперты Всемирного банка прогнозировали замедление роста ВВП, если не будут проведены необходимые реформы. Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта, ВВП, Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сказал ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан в Киеве в четверг, 4 октября, сообщает Интерфакс Украина. По его словам, в 2019 году Всемирный банк ожидает роста ВВП на уровне 3,5% ВВП. Напомним, в апреле Всемирный банк подтвердил прогноз по ВВП Украины на нынешний год на уровне 3,5%. Однако тогда отмечалось, что если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 ПП. При этом прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы был сохранен на уровне 4%. В августе сообщалось, что во втором квартале 2018 года украинская экономика ускорилась до 3,6% по отношению к предыдущему кварталу, экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет 10-й квартал подряд. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.